Сквер Возрождения. Такое название выбрано инзенцами для нового места отдыха на улице Алашеева. Трудно поверить, что еще в прошлом году здесь был бурьян. Разбивка сквера идет по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сделаны тротуары, автомобильный проезд и парковка. Установлены ограждения, светильники, детский игровой комплекс. На дорожках стоят лавочки и урны. Дело остается за малым – высадить зеленые насаждения и сделать входную арку. Одной из особенностей выполнения нацпроекта в Инзии является синхронизация всех работ. В том числе работы ведутся и по другим программам. В этом, можно сказать, микрорайончике получается и комфортная среда, и придомовая территория. Это социалистическая 11, и поливаешься от всем, которые находятся все рядом. И также по капремонту ремонтируется на данном, можно сказать, в радиусе 100 метров, 3 дома. Рядом возводится бассейн. Делается новый вход для детского сада с территории сквера. Такой комплексный подход позволяет благоустраивать одновременно весь микрорайон, который в народе называется черемушками. Местные не могут нарадоваться на новый сквер. Даже гости города отмечают, что зеленый островок давно был нужен. Екатерина Садова приезжает с ребенком из Пензы к родственникам. Теперь появилось место для прогулок. До этого здесь были заросли, а сейчас здесь вот сделали вот сквер. Стало намного красивее и уютнее. Сюда мы каждый обед приходим, с ребенком гуляем. Кроме сквера, по нацпроекту в Инзе благоустраивается 9 придомовых территорий. На следующий год намечено приведение в порядок парка имени Морозова и 10 дворов. Также Инза намеревается второй раз принять участие во всероссийском конкурсе лучших практик создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.